И к нашему эфиру уже присоединяется Алексей Барановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свободы России. Рад вас приветствовать, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, я тоже всегда рад. А вот скажите, какая же разница, каким образом повлияет на рейтинги Путина мобилизация, если Путин абсолютно не основывается на рейтингах, если будут какие-то восстания, собственно, придушим, если же просто будет какой-то не тот эффект голосования, или то, чем голосованием называют в Кремле, просто нарисуем. То есть по факту-то Путину должно быть абсолютно все равно, что люди думают о мобилизации. Почему же такая осторожность? Чего? Ну, Путину действительно все равно, что там на самом деле о нем думают. Более того, он не всегда знает реальную ситуацию в стране. Просто в данный момент мы имеем дело вот с той самой пресловутой борьбой башен. Вот та, которая более умеренная башня, она считает, что нельзя проводить вот эту открытую мобилизацию. Надо вот это как-то делать потихонечку. И их вот аргументы о том, что это может негативно сказаться, значит, на общественных настроениях накануне выборов. Но есть и силовики, и армейцы, и прочие ФСБшники, которые, нет, война до последнего, значит, патрона, до последнего, значит, русского Ваньки и всех на фронт, короче. Соответственно, вот эта борьба между башнями, она сейчас вот в таком виде происходит. Путин будет решать, исходя из каких-то своих там соображений, но надо понимать, что нету сейчас ни одной башни, которая бы была против войны, которая бы призывала там остановиться. Они просто в разных формах призывают продолжать это более открыто или более скрытно. Ну, Путин решит, и я думаю, он решит, мы знаем примерно как, он тоже настроен воевать до последнего патрона, то есть на настроение общественное он будет реагировать в последнюю самую очередь. Понимаете, здесь просто интересно, ведь Путин не вечный. Как бы он тщательно не следил за своим здоровьем, из разных источников уже доносилась информация. Не хочу ее подтверждать, либо же опровергать, но тем не менее мы можем себе предположить, что человек в таком возрасте с любым достатком может себя как-то не очень хорошо чувствовать. Особенно мы понимаем, собственно, и психологическую атмосферу там, и нагрузку и так далее. Очень много факторов, которые так или иначе на его здоровье также влияют. И вот получается, что в принципе, сейчас самая главная цель Путина, по идее, это все-таки какое-то преимущество на поле боя. И складывается впечатление, что он так относится к мобилизации, потому что реальную картину он до сих пор не знает. Как вы считаете, такое может быть? Знаете, я бы не сильно рассчитывал на состояние здоровья Путина, что оно там ухудшится настолько, что Путина не станет. Во-первых, как мы знаем, и Путин их, возможно, не один. Поэтому уж консервов там видео они наделали «Будь здоров». Это вот Кадыров не позаботился о двойниках, да? Поэтому сейчас из последних сил там показывают какие-то старые его записи, чтобы доказать, что он все еще в форме. Но с Путиным такой, они более предусмотрительны. В этом отношении нельзя рассчитывать на то, что проблема в виде Путина, она рассосется сама собой. Не рассосется. Будет двойник, будет преемник, будет кто угодно. Только, значит, свержение и демонтаж этого путинского режима возможны тогда какие-то перемены. Без этого ничего не получится. Поэтому эта линия вот жесткая на продолжение войны, путинская линия, она будет продолжаться до тех пор, пока этот режим вообще не коллапсирует. Сам собой он опять же не коллапсирует. Он будет как бы кряхтеть, надрываться, там посылать все больше людей на убой, но не остановится. Его нужно остановить только самим россиянам, в том числе тем, кто воюет сейчас за Украину против путинского вторжения, там Легион Свободы России, РДК и другие подразделения. Только вот в руках этих людей и будущее страны, потому что Путин или не Путин, ничего не изменится само собой, только активное вмешательство в это. Знаете, Алексей, я несколько воздержалась от конспирологических теорий, что даже если Путин не станет, который настоящий, первоначальный, то мы можем об этом даже не узнать. Хотя такие предположения, признаюсь, у меня были, потому что речь о двойниках не единожды заходила, и, в принципе, были некоторые доказательства, что все-таки они существуют. Да и с опаской Путина о его здоровье и о сохранности его жизни мы предполагаем, что, скорее всего, он прибегает к такому методу. И вот очень интересно, да, что вы говорите, единственный путь — это только свержение режима. Так что же, возможно, есть такое предположение, что в России
уже столько недовольных режимом Путина, что эти все россияне захотят это показать во время выборов. А если результаты выборов не устроят, то все-таки люди решатся, не знаю, люди ли только, либо еще есть кто может решиться на свержение режима. Может быть, действительно уже есть такая опаска, есть такие ощущения, как считаете? Никаких выборов в России нет, тем более их нету в качестве президентских выборов. Это все такие ритуальные процедуры переназначения самого Путина либо кандидатов в депутаты Кремлем назначенных. Это какой-то действительно фактор там, общественной мобилизации, то есть они будут нагонять там всех административным ресурсом, чтобы комиссии рисовали результаты, но для общества никакого значения это по большому счету иметь не будет. Иметь значение будет только ситуация на фронте. Как только ВСУ зайдут в Крым, вот тогда путинская система начнет сыпаться. Соответственно, вся политика, все будущее России решается только на фронтах сражений. Поэтому уповать на какие-то выборы или на общественное возмущение из-за очередной фальсификации выборов, ну, это бессмысленно. Мы уже видели не единожды все эти фальсификации, какие-то там короткие всплески там протестных митингов после этого, которые быстро подавляются, и все уходит, вода уходит в песок. Поэтому нет, все решается только вооруженным путем, только на фронтах и только в руках вооруженных сил Украины и Легиона Свободы России, как части вот такой революционной армии, которая способна что-то изменить в России после Путина, ну точнее убрать вообще Путина и построить новое государство на этом месте. Я несколько резюмирую. Когда вооруженные силы Украины зайдут в Крым, то для Легиона Свободы России это будет как спусковая кнопка для того, чтобы предпринимать начало усилий или начало этого пути по свержению режима. Так получается? Именно так. Именно так. Мы полагаем, что освобождение Крыма это будет ситуация аналогична той, как произошла на Евромайдане, когда начались вот самые ожесточенные столкновения на Институтской улице, и когда власть за, так сказать, ситуация стала колыхаться в разные стороны, силовики ушли в тень, и там Янукович остался буквально один на один против революции. То же самое будет с Путиным. Недобитая, значит, армия остановится, силовики будут смотреть, чья возьмет, и в этот момент собственно, да, Легиону нужно идти на Москву и решать окончательно путинский вопрос. И вот я хочу озвучить следующую информацию, ее также с вами обсудить, все-таки ближе перейдем к мобилизации. Россия проводит мобилизацию среди выпускников техникумов и ПТУ на Дальнем Востоке. Это связано с катастрофическими потерями российской армии на территории Украины, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и с целью доукомплектовать российскую армию на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации проводят мобилизационные такие себе мероприятия. Отмечается, что оккупированные оккупационные российские агитаторы при поступлении на военную службу предлагают разовую выплату в размере 600 тысяч рублей, что составляет 6200 долларов, и денежное обеспечение 200 тысяч рублей, это, ну, 2000 долларов, посчитаем так. Так вот, все-таки еще пытаются как-то купить для того, чтобы мобилизовать и купить определенно тех, кому, как предполагает сама власть в России, денег недостаточно и для кого деньги действительно могут стать в данном случае достаточной мотивацией, чтобы затмить тот фактор, что это как минимум действительно билет в один конец. А вот насколько еще велики ресурсы у Кремля? Вот хорошо, сейчас они студентов ПТУ, техникумов пытаются. А кто дальше? Кто будет по плану? Или все-таки это уже последний такой источник, кого можно купить и сделать это, ну, сколько-нибудь незаметно втихую? К сожалению, в России 143 миллиона населения, там минус Москва где-то 23 миллиона, все равно, ну, минус там дети, пожилые, порядка 100 миллионов остается населения. Ладно, еще минус женщины, 60 миллионов. Ну, кстати, это не 60... факт. Я думаю, что, в принципе, их тоже могут в дальнейшем... Частично они так и делают, безусловно, да. Но в любом случае, к сожалению, количество людей, которые живут бедно,
А кто не живет в Москве, они все живут бедные, ну не в городах-миллионниках, то таких категорий, кого можно попытаться заманить именно деньгами, остается все равно очень много, это миллионы людей. Поэтому вот в том или ином виде они все равно будут мобилизовывать, притягивать вот за деньги людей. Потому что вот этот русский авось знаменитый, который, ну вот сейчас я получу деньги, а потом, может быть, выживу. Да, авось не меня убьют. Зря они рассчитывают на этот счастливый случай, всех похоронят в Украине, да. Но люди-то все равно будут от безнадежности пытаться идти в эту российскую армию, наниматься, заработать какие-то деньги. Очень ловко у Путина получилось довести страну населения до нищенского существования и потом предложить им выход. Вот, вот, пожалуйста, идите в армию, может быть, не умрете, хотя, скорее всего, умрете, но зато получите либо вы деньги, либо ваша семья. К сожалению, ничего с этой ситуацией сделать невозможно, кроме как нанести поражение армии, настолько российской армии поражение, чтобы она просто побежала. И, кстати, исходя из того, что вот сейчас ситуация в Чечне как бы непонятная, да, и если кадыровцы уйдут с фронта, там решать свои чеченские вопросы какие-то, делить наследство Кадырова, то заградотрядов не будет, и российская армия может очень быстро побежать. Фронт обвалится, ну, собственно, это хорошая новость. Мы тоже должны быть к этому готовы, поэтому вот как раз-таки освобождение Крыма, оно уже может быть не за горами. Ну, да, вот если просто послушать ваше мнение, исходя из ваших слов, то только освобождение Крыма является тем ключом, которое станет просветлением и для россиян, которые ради денег готовы идти воевать, сами не понимая за что, и для того, чтобы режим начал свергаться. Но на самом деле ведь сохранной жизни, инстинкт самосохранения, он должен быть независимо от того, сколько денег в кошельке или сколько еды в холодильнике. Почему же этот момент все-таки не до конца срабатывает? Как вы считаете, достаточно ли информирование или насколько, есть же определенные статистики, может быть, вы ею владеете по поводу популярности, ну, скажем так, оппозиционных телеграм-каналов на территории самой России? Ведь информирование о реальных потерях российской армии, оно должно происходить. И сейчас, вероятно, с большей интенсивностью, потому что только это может отрезвлять на данном этапе. Инстинкт самосохранения как раз-таки у российских вот этих мобилизованных, он борется с инстинктом наживы. И, к сожалению, для них чаще побеждает желание наживы, но это приводит к плачевным для них последствиям. С другой стороны, мы видим, что количество обращений, например, в проект «Хочу жить», как сдаться в плен украинской армии, значительно выросло. Но оно выросло не в результате какого-то информирования там, со стороны оппозиционных СМИ или так далее. Очень важное событие оказалось вот как раз-таки перегон, угон вертолета, значит, капитаном Кузьминовым, который вот удачно, значит, вылетел и прилетел в Украину, и теперь вот стал героем, значит, многочисленных сюжетов. Соответственно, вот этот пример показал российским солдатам, военнослужащим, что вообще-то другая жизнь возможна, и есть выход из этой безвыходной, казалось бы, ситуации. Но, повторюсь, это все же не настолько масштабное явление, чтобы сдаваться в плен хотели целые подразделения. Пока что нет, но количество обращений растет, и это говорит, что у кого-то инстинкт самосохранения просыпается. Но пока что это не в таких количествах, чтобы это существенно повлияло на обрушение, допустим, какого-то участка фронта. Но все впереди, я думаю. Алексей, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что на связи с нами был Алексей Брановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свободы России. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.